Первый сет, но выиграл. Фридзе, Мазаренко и Стивенс. Бачинский изменил. Ну а второй мяч? Тоже неплохо. Ух, как смелый. Ой-ой-ой. Быстро как. Не понимал. Ну, постепенно, постепенно. Нет. Это по ходу турнира в Риме. Как глубоко. Ничего себе. Как грамотно играет бат. Готовы еще. Тру дрожали так, что... Остановила сирена розыгрыш. Ой, какая умница. Как же она обороняется, а? Просто буквально в одном мяче была сирена от того, чтобы нас сравнять что-то, а потом кто знает. И всит. Ой-ой-ой, да бежит сейчас. Я в видео. Она сконцентрирована только на игре. Очень быстро. Ну, как раз она уступала партию и 2-4. Как попадает?
И снова. Затем Джокович и Мари. Делает. Отыгрывается. Три. Не. В полуфинальных матчах всего 3 поражения. Во время финала это вот вопрос. Тем более, когда против. Вот и все. 10-й гейм к ряду выигрывает Серена. Где будет играть с чешкой? In a rematch of last year's US Open, Victoria Azarenka came out swinging. It's good. Unbelievable. But defending champ Serena Williams hung on, snatching a late break to claim the first set 7-5. The 16-time Grand Slam winner continued her charge in the second as Azarenka began to unravel. Oh my goodness. 3 double faults on her serve and she's now down by that second service break. But the 24-year-old fought back. That's just great hitting. Williams faltering as she served for the title twice. Azarenka frustrating the world number one as she took the final to a third set. Ruining her missed opportunities, Williams rose to the challenge. The Belarusian unable to find the answers as Williams clinched her 17th Grand Slam. Number 5. Ladies and gentlemen, your 2013 US Open Women's Singles Champion. Serena Williams.